Знаменитый санаторий «Затишье» разместился в Сосновом Бору на берегу реки Унеча в самом сердце Брянской области, в 12 километрах от города Клинцы. Большое чистое озеро с собственным песчаным пляжем и водно-спортивными развлечениями органично вписываются в роскошную лесопарковую территорию санатория. Курортный комплекс «Затишье» прекрасно подходит для того, чтобы приезжать на отдых в любое время года. Завершилась масштабная реконструкция инфраструктуры санатория, что послужило отправной точкой новой жизни комплекса. Было произведено обновление оздоровительно-лечебной базы и номерного фонда. Гости санатория могут размещаться как в современном корпусе с дизайнерскими интерьерами, так и в уютных коттеджах с комфортабельными номерами. Отличительной чертой санатория «Затишье» является собственный целебный источник минеральной воды, которая используется для питьевых курсов и наружного применения. Наличие лечебных минеральных вод позволяет предоставить в санатории полноценное лечение пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Современные медицинские технологии также позволяют добиваться высоких результатов в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и ряда других заболеваний. Врачи нашего санатория – это не только специалисты с многолетним опытом врачебной практики, но и в первую очередь открытые, отзывчивые и тактичные люди, которые всегда рады прийти на помощь своим пациентам. Каждый день в санатории проводятся концерты, танцевальные вечера, просмотры кинофильмов, различные фестивали и конкурсы, организованные интересные экскурсии в сопровождении опытных экскурсоводов. К услугам гостей – современный спортивный тренажерный зал, бассейн и столы для игры в настольный теннис. Благоустроенная территория, удачное расположение и транспортная доступность, климатические условия и природная минеральная вода – все это в сочетании с профессионализмом медицинского персонала и высоким уровнем сервиса помогут восстановить здоровье, отдохнуть